Здорово. Салютики. Здорово. Открывается? Да. Да ладно. Я тоже удивился. Ничего себе. Почему открывается? Привет. Здорово. Привет. Такой, знаешь? Что за сумка? 25 евро, то что я Артуру писал, он говорит, у него такая, знаешь, сзади, блядь. А тут вообще заебись, все спереди. Нифига, у тебя тесак с собой. Да. Он вообще обломался, блядь, сука. Хуя, тут, блядь. Это сразу рядом, что если что, что разу. А бычье какое-то обломал еще, блядь, ты раз, блядь. Между ребер застрял. Тут, блядь, животные бегают до хуя, блядь. Так, Наиль, расскажи, чем ты ловишь сегодня? Итак, сегодня профессионал, говорит, обычный, 5.20. О, ты 5.20? Да, 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 я решил поломать сегодня, если придется, но добыть рыбу. Катушка? И катушка, да, катушка дешман, каймаровская. Толстый шнур, не помню, 0.28, по-моему. Что, реально? Да. Толстый шнур, реально, здорово. Просто буду сегодня от коряк очищать это место для дальнейших рыбалок. Понял. У тебя что? Здрасте. Фаворит катушка, доджер. Отлично. Шнур? Шнур 0.22. Просто тоже от коряк будешь очищать? Я буду, скорее всего, блёсна очищать с коробки. Я много. Подожди, а куда Панов уже пропал? Панов что-то в машине забыл. А, понял. Так, ну что? Погнали, ребятки? Да. Минут 30 уже на реке, пока что рыбы не видно. На улице минус 3. Немного подмерзают кольца, но терпимо. Чистить пока что не приходится. Пробуем дальше. Рассказывай историю, я слышал историю хорошую. Какую именно? Про коробочку. Про коробочку? Я издалека открываю, коробочку положил так. А сейчас нас, и это самое, она просто поехала вниз, а там откос. Я просто не, ногтем, наверное, успел зацепиться буквально. А потом думаю, да все равно они все нерабочие, думаю, пускай хай едут. Не, ну что, идем, ищем, пробуем. Сосем. Никак пока что. Видели какие-то мелочи? Рыба присутствует, но поклевки отсутствуют. Вы даже видели? Ну, какие-то мелочи вроде, я видел. Там, уходит. Да, да. А у тебя что, как? Тоже, ну, тебя в прошлый раз тут поймал. Вот, где бугор заканчивается, ага. Здесь туда кидал. Блять, воды дохуя ушло, блядь. Да, я смотрю, мало. Там было, в прошлый раз было дохуя воды, побольше. Что, про рыбу кто спрашивал уже? Или я буду? А что, как далеко мы поднимаемся? Или стоит обратно до машины и ниже ехать? Я ходил туда, вот где этот лес заканчивается, туда дальше ты прошел. Это прошлый раз. Сейчас хуже. Но дальше смысл есть? Как, да, ты думаешь, что? Ну, вот я говорю, я вот здесь поймал. Угу. Но я ходил в прошлый раз туда. Вот следы идут, видишь, помимо меня. Тут следы туда идут далеко, блядь. Я от медвежьей, не обращай внимания. 2,5 часа на реке прошло, вернулись обратно к машине. Перекусить. Здравствуйте. Так, отсюда я выложу парочку вещей. Опа. Опа, из-под полы. Опа, опа. Поели, попили. Дальше в бой. Стоят втроем. Мамку караулят.
Подожди. Блядь. А ты что, все тут кидал, что ли? А? Такая же хуйня, как и тут. Я провалился там в яму по пояс, блядь. И она уходит в соответственной части, где вы в гору пошли. Вот он. Хорошо сугробы, я просто за них схватился, блядь, и вылез оттуда обратно. Антон там тоже провалился в одном месте. Че, где у тебя поклевка-то была? А? Где у тебя поклевка была? У меня выше была, я же там кидался. Камня, там вот эти камни, за ними большие кишки получаются. А. Я там кидал уже тремя вещами. Девчонка один обломал. Хуя. Сраный рыб. Короче, все нахуй. Все нахуй. Все, продаешь? Продаю, вместе блядь. Вместе с радарцем, продаю. Фидером, блядь. Продаю, блядь, спиннинги, продаю, блядь. Все продаю.